Итак, я приглашаю на сцену наших исполнителей. Камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга». Вечная классика для современных слушателей. В кинотеатре «Курортный» состоялся очередной концерт из цикла «Симфонические вечера». Со сцены Большого зала прозвучала программа «Шедевры русской и зарубежной классической музыки» под руководством народного артиста России Михаила Гантварга. В первой части выступления камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» исполнил сочинения западноевропейских композиторов Иоганна Себастьяна Баха, концерт «Ля минор», «Маленькую ночную серенаду» Вольфганга Амадея Моцарта и несколько романсов Людвига ван Бетховена. Камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» был создан в 1987 году как творческое содружество талантливых музыкантов, молодых по возрасту, но тем не менее имевших уже к тому времени значительный опыт и успехи как в области сольного и ансамблевого концертного исполнительства, так и в сфере деятельности в ведущих петербургских симфонических и камерных оркестрах. Сегодня для пришедших на концерт слушателей они исполнили шедевры классической музыки, в том числе и признанного во всем мире гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского.